Всем привет, дорогие зрители! Я знаю, вам тоже все нравится. Район Тосмор. Снова я тут. Вид на крепость Алания, который никогда не закрывается у вас тут. Здесь ничего строить не будут. Продается 2 плюс 1. Трехкомнатная большая квартира от европейца. Тут у нас песчаный пляж. Прямо на выходе этого здания там подземный проход. Расстояние где-то 75 метров до воды. Может быть, меньше. Вот такой проект. Тут у нас Мигрес, там поворот, круг, банкоматы. Эта дорога идет к торговому центру Аланиум, Кочташ. Эта дорога идет к центру именно города, Клеопатре. Там Красная крепость, красиво. Уф. Западная сторона. Один большой балкон в этой стороне у нас. Бассейн. Айдат 150 лет. Шум от дороги есть, но вечером шум уже поменьше. Спальня находится в той стороне. Сейчас я закрою дверь. Вот такая большая гостиная комната. Вот видите, шума такого большого уже нет. Сами слышите, да? Заяц, ты меня слышишь? И... Слышу. Угу. Бытовая техника фирмы Siemens. Кондиционер надо поменять, инвертор поставить, электрическая плита. Это тоже много электричества зажигает. Siemens надо поменять. Ну, все зависит от нового покупателя, нового хозяина. Теперь большая прихожая комната. Санузел огромный. Стоит накопительная система фирмы Баймак. Комби называют они. Форточку тоже не забыли. Проект был сдан в 2008 году. Это у нас, давайте я сюда сперва. Первая спальня, где-то 14 квадратных метров. Видно соседнее здание. Вот прямо за этим зданием там подземный проход. Прямой. Никаких пандусов, никаких лесенек. От дороги прямо к морю. Вот я даже покажу вам. Посчитаю шагами, сколько там расстояние. Эта спальня побольше, где-то 16 квадратных метров жилых. И здесь у нас второй балкон, который можно застеклить, если пожелаете. Вот и здесь море. Это здание, потом дорога и море. Да. Открытая парковка у нас снаружи. Цена этой квартиры 108 500 евро. Есть маленький торг. Обсудим все на месте. Побежали, где? Дорогие зрители, жду от вас звонка. Ну, спуститься вниз. Да, покажу вам песчаный пляж, чтобы вы понимали, когда я говорю, Тосмор самый лучший пляж. Сейчас иду я вниз и вам все покажу. Значит, на этаже у нас три квартиры. Вызвали мы лифт. Сейчас он перейдет. Он перешел. Вот такой лифт. Посмотрим. Проект был сдан в 2005 году, дорогие зрители. Вот точная информация тут у нас. Живем на нулевой этаж.
нас вот такой прямой вход. Можно и отсюда пройтись к морю. Можно и с этой стороны. Тут у нас под этим зданием сеть магазинов «Шок». В левой стороне сеть магазинов «Мигрос». И в той стороне у нас речка «Тим». Где-то 500 метров расстояние. Вот о чем я говорю. Что подземный здесь проход. У меня где-то уже 30 шагов. Ну, 70 метров до моря. В шаговой доступности. А, я вижу море, вы тоже видите. И через эту дырочку вот так. Ага. 40. Так. 50 метров. Ну да, 70 метров. Вот, все рестораны убрали. Тут построят у нас новые ресторанчики. Один уже макет поставили, пока они его не достроили. Стоит. Вот. Где-то у нас маленький гравий. Из-за волн она как мешается с песком. А вот в этой стороне песок. До речки Дим у нас весь пляж. Песок и мелкий график. Вот. О чем я и говорил. Плавный вход. Море, море. Так. О, море, море. Муслим Магомай. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Жмите колокольчик. Пишите комментарий. Что? Посейдон. Еще раз говорю цену. 108 тысяч 500 евро. Есть маленький торг. Любую квартиру найдем для вас. Главное, в первую очередь, приходите в Аланию с деньгами. И с переводом денег помогу, решим, поможем. Что-то надо было. Приезжайте в Аланию. Едете, смотрите с другими агентствами, в конце звоните мне. И в конце я вам нахожу хорошую квартиру. У меня самые нормальные цены на этом рынке, запомните, дорогие зрители. Все, с вами был Агасси из Солнечной Алании, район Тосмор. Всем пока-пока.